пожаловать на мой канал. Сегодня мы приехали в центр Протараса и решили погулять. Сейчас как раз-таки находимся на площади возле Макдональдса, и за мной танцующие фонтаны. Но мы туда сегодня не идем, идем просто гулять. А добрались сюда от отеля всего лишь на такси за 8 евро. Антон разглядывает Луну. Обещали, что он увидит все. И кратеры. Все. Нет. Можно посмотреть? Кстати, когда открывается, что-то открывается, потом что-то. Зашли в магазинчик в поисках сувениров. Для дома и для родных. Сюда я лично пришла. Пойдем масло сейчас купим. Купим за $10 маленького котенка. Классные украшения из серебра. Филигранное серебро, которое производится только на Кипре. А меня Бресиана. Тот, в котором мы были 5 лет назад всей семьей. Прикольно, да? Дай деньги. Утилизируют бутылки на пляжу. Она. Чтобы не было мусора, да? За это дают 1 евро. Прикольно. А что, правда 1 евро? Денежный эквивалент, видишь? Класс, да? Автомат, который принимает мусор и выдает еще деньги. На пляже возле Бресианы. Смотрите, какой кипрский таракан. Прямо как у Чуковского. Он летать умеет. Да нет, он не летает. Усами шевелит. Огромный. Мы тут такого у себя в номере обнаружили, когда заезжали. На балконе, точнее. Ужас. Он прям такой пару сантиметров точно. Плохо, что темно. Мы сейчас находимся у отеля Врисаки, Beach Hotel. Потому что еще отель Врисаки, но уже апартаменты, он на второй линии находится. А вот этот вот 5 лет назад, когда мы были первый раз на Кипре, он только строился. Когда мы приехали в сентябре, он уже запустился, но еще были недоделки. Были маленькие пальмочки, а сейчас уже здесь все зазеленело, все очень красиво. К сожалению, почему-то этот отель все время бывает на стопе, когда я пытаюсь его смотреть, а также как и наша Врисиана. Привет! Сегодня сам зовут Игорь. Как вас зовут? С папой. Привет! Теперь время игр у Антошки. Он надел на рукавники, а Даша пересела в круг. Сейчас он будет прыгать. Давай, плыви, Даша. Даша, кстати, совсем не боится воды. Вот она в круге чувствует себя уверенно. Как поплавочек. Плавает и плавает. Причем мы уже достаточно далеко отошли от берега. Даш, вода теплая, Даш?
Даша, Уль, водичка теплая? Да. Одна сбежала, козюлька. Бесстрашная девочка. Хорошо, что здесь глубина позволяет. Мы решили устроить самостоятельную фотосессию, никого не привлекать к этому своими силами. Сессия в купальниках. Смотрите, какой красивый коврик из камешков. Нашли классный вид. Только мы и море вокруг. Еще раз всем привет! Сегодня мы намерены съездить в парк аттракционов, который находится в Айанапе. Но прежде нужно поужинать. А походу, вот это у тебя что такое есть? Ой, элегантно. За Антошку 1,5 евро за взрослого человека, и Даша у нас бесплатно проезд на автобусе. Мы приехали в Айанапу немножко дальше, чем нужно, проехали свою остановку, но решили как раз таки прогуляться. Погода, как всегда, шикарная. Меня покажи на карте. Даша мечтает прокатиться на большом, на огромном колесе обозрения. Сейчас мы это и сделаем. Вот оно, колесо нашей мечты. Слабенький, мне кажется, что-то раскручивается, мама, тут слабенький. Включи, пожалуйста. Ух ты, вон море, Даша. Я на тарагетке описываюсь, правда. Нет, не серьезно. Оно выше колеса. Там еще открытый педаль. Котеночек мой со мной, а последний раз я каталась на этом колесе, когда она была у меня еще в животике. А теперь мы вместе. Страшно. Теперь я выросла. Пучок страшно, а? Посмотрим на вечернюю Айанапу с высоты 45 метров. Мне страшно. Как высоко. И так стрёмно, когда смотришь Даша, вниз. Мама, здорово. Что мне так страшно, когда я вниз? А Даша не страшно. О, она сейчас здесь прошла. Всё, нам сейчас полные круги будут. А вот здесь не страшно. Я понимаю, как им на рогатке не страшно, они вообще открыты, просто так летают на одной из них веревочка. И крутятся еще. Они летят. Все, Даш, мы сейчас уже спустимся. Как тебе, Даш, понравилось? А теперь мы сели на гусеницу. Такого положения. А у вас тоже есть?
Да, внимательно держим. Мы с Антошкой впереди. Руки на дверь. А Даша с папой позади. Вот они. Мы прилетели позади. Да, мама. Поэтому мы решили проехаться второй раз. Врач, сели прям на голову гусениц и поменялись местами. Теперь папа с Дашей впереди, а мы с Антошкой сзади. Чуть не потеряла свои очки, поэтому съела их. Даша на какой лошади? Да с ремнем безопасности.